Блять. Доброго времени суток, дорогие друзья. Если мы проходить сагу Hellblade 2, это у нас психологический хоррор. Первую часть я, конечно же, не проходил. Здесь я вроде как понимаю, русской озвучки нету, но есть русские субтитры. Игра с охуеть какими требованиями. Сенуа была изгоем, стала воительницей. Она совладала со своими демонами и бросила вызов богам, потребовала вернуть душу любимого, приняла голоса в голове, фурии, как часть самой себя. Так вот, в рекомендуемых требованиях, как и ее мать Галена, она не была похожа на других людей. Она видела и слышала мир по-иному. Отец ее, Зинбел, говорил, что она воплотила в себя зло, что ее запятнали грехи матери. В терзаниях и страхе она удалилась от мира. Но потом в ее мир вернулась. Ворвалась любовь, подобно первым лучам восхода. Гелион дал ей свои силы и вновь вернул ее к жизни. Он ярко осветил ее разум и впустил на свободу ее внутреннего воина. Но голос отца не затихал, раз за разом напоминая ей о проклятии. И когда чума пришла в ее родные края, люди винили Сенуа. Она взяла тьму с собой и изгнала себя в дикие земли. И когда северяне устроили резню и принесли Гелиона в жертву в Хель, ее не было рядом. Страдания Сенуа были столь глубокие, что мир вокруг потерял очертания. Она взяла голову возлюбленного, сосредоточенную его душу, отправилась в царство Хель и спасти Дилана. В затянутых туманных краях, полных ужасов, с боем искала она тайный путь, что приведет ее к вратам царства Хель. Видение и пламя указывали ей дорогу. Сенуа сражалась с богами, охранявшими тот путь, и отважилась ими, пытаясь поглотить ее разум и положить конец ее жизни. Лишь завоевания могли открыть ей врата. Лишь кровь могла привести ее перед очи Хель, привести ее к поражению. У этой игры рекомендуемые требования RTX 3080. И снова Сенуа погрузилась во тьму, затерялась в лабиринте боли и морок. Или и морок, или морок, не хотели написать. Но потом голос Дилана привел ее к цели, сулящей победу, к мечте, способной убить Бога. Чтобы добыть его, Сенуа ушла с головой в самые мрачные воспоминания и вытянула осколки, въевшиеся вплоть разума и души. Все дальше и дальше углублялась она в подземный мир, противясь душам, рукам и оглушительным краскам. Она нашла то, что искала перед стражем, врата царства Хель. Сенуа дала волю ярости, гневу, что никому не остановить, что не подавалось ни свирепым челюстям, ни подшим врагам, ни тяги самой смерти. Сенуа, побежденный и отчаянный, молилась любимого от избавления. Настал час принести жертву и сбросить бремя. Боги не вершили судьбу Сенуа, лишь она сама. Лишь она могла напитаться любовью и решить жить. Не опускать руки и взять нас с собой.
Вроде как психологический хоррор, но в то же время здесь были категории викингов, северян. Как это вообще может здесь сочетаться, если честно? Не понимаю. Так, хорошо, движение, как обычно, камера. Блядь, здесь камеры она будет двигать или что? Взаимодействие на EF. Концентрация F, быстрая атака, мощная атака, блок. Парирование, бег, уклонение. Фоторежим, пауза, все окей. Мы знакомы. Много воды утекло. Она дала обещание своему любимому. Ныне он мертв, но обещание еще в силе. Никому больше не придется страдать так, как страдал он. Теперь он всегда с ней. Его смерть и жизнь подпитывают ее. Из его смерти выковала она цель своей жизни, наполнила свою боль смыслом. Северяне вновь приходят в наши земли, лишают нас имен, жизней, всего, что делает нас теми, кто мы есть. Избивают, связывают и делают рабами. Северяне ходят под... и повинуются одному вождю из своих. Синуа пойдет вслед за ними. Она позволит схватить себя и притащить в цепях на корабле, чтобы выследить источник яда, отыскать его сердце и вырезать. Остановить работорговцев. Держать обещание. Но не всем заданиям суждено сбыться. Оп. И нет кораблика. Так, это типа она так легко разорвала цепи или что? Не просто же они сидели в открытую. Они же должны быть, типа, были связанными, ну или в том роде что-то. Начало, как и конец. В одиночестве, темноте. Отзывы, кстати, у этой игры довольно-таки... Блять, голоса становятся все громче. Пора просыпаться. Очнись. Вставай, уходи, выбирайся отсюда. Я не хочу умирать, не хочу. Не умирай, не умирай, не умирай. Все хорошо, нет. Кто это? Не тони, не тони. Не тони. Отпусти. Это кто, блядь? Нет, не его, отпусти меня. Пусти, пусти, пусти. Кто это, блядь? Минутку. Спокойствие, свет. Иди, иди на свет. Ты жива? Где все? Ты жива, Синуа? Найди сушу, все хорошо, все хорошо, все хорошо. Продержи, как она поступит? Сосредоточься. Блять, волны так сильно сбивают ее. Но в принципе она нас нашла сушу, и так сойдет, я думаю. Кстати, гориллу. Я вам сегодня обязательно. Чуть-чуть голоса звучащие все громче. Снова надвигается. Она переживет. Она выживет. Поднимайся. Вставай быстрее. Она пытается. Ей не хватает сил. Но она не умерла, в отличие от него. Это кто, блядь? Нет. Ты дала ему умереть вот так? Он жив. Отведи взгляд.
Уходи сейчас же. Так он же глазами шевелил. Все рядом. Раскачек даже. Когда нас ведут, судьба может нас остановить. Ее сон затонул вместе с кораблем. Ей предстоит найти новый свет для ориентира. Найти следующий знак. Завру. Ебать, чувствительность мыши, конечно, охуеть, балдеж. Почему всегда такая большая чувствительность, такое управление, клавиатура и мыши? Где чувствительность, фоторежим? Может, где-то ниже будет? Бой. Так, звук, игровой процесс, можешь? Динамичность, специальные возможности, что здесь у нас есть? Резкость движения камеры, так. Вот это что ли? Резкость движения камеры. То, что в управлении. Устройство, вот, ну вот клавиатура и мышь. Я больше ничего не вижу. Двигаться, двигаться. Лок пауза. Ну, блять, это невозможно редко. Хорошо, давайте попробуем еще раз так игровой процесс. Спецвозможности. Давайте убавим до нуля. Нет, это не резкость. Это вообще не то. Игровые спецвозможности. Давайте вернем обратно на десятку. Должность будет динамичная. Так, хорошо. Графика. Вот что вот. Клавиатура и мышь. Вот чувствительность мыши по горизонтали. Давайте на двадцаточку сделаем. И по вертикали тоже на двадцаточку. Так, клавиатура. Чувствительность камеры по горизонтали. По вертикали, в смысле. А, это типа клавиатура, если я буду управлять, все, понял. Мышку вот, все. Хотя на самом деле еще резко, можно десятки, наверное, надо сделать. Так, настройки, давайте снова вот. И понизим до 10. Вот это уже более-менее. Ну, графика прям хорошая. А как залезть? F? F, блять. Класс. Почему нельзя просто на пробел было? Жалкое. Посмешище. Смерть рядом. Повсюду. Нет, нет, не дай ей, не дай. Не дай, погоди, погоди. Не стоило тебе сюда приходить, дитя. Темные земли сопротивляются. Она так далеко от дома. От всего, что ей было знакомо. Чуть не утонула и пряталась. В мире, где ее взор засеял туман. Но она не сдается. Она должна добраться, как и всегда. Так отпустите меня, блядь. Я туда не хотел приходить, собственно говоря. Помнишь? Мы уже были в царстве Хель. Знать бы, блядь, что это за царство еще, конечно. Это только начало. Впереди долгий путь. Наверху Сиона. Тебе придется вбывать. Она сорвется. Она погибнет. Поднимайся выше, выше, еще выше. Блядь, это анимация или нет? Ей больно. Она так устала. Вот-вот она упадет. Нет. Будь осторожна, ты должна... Блять, я не понимаю, это катсцена или я ползу? Давай, давай, лезь. Не останавливайся. Не слушай свое тело, забудь о боли. Слушай свой разум. Трусиха, зачем нам сюда, глупая? Давай, лезь. Она измотана, совсем измотана. Она не сопротивляется. Блять, ты типа, не смотри вниз. Это типа справа ангел, слева демон. Что это за звук? Она слишком напугана. Вопли мертвецов. Они все ближе.
повсюду. Они не дадут забыть. Блять, что за вопли мертвецов, я не понял. Хорошо, это вроде я ползу, а вроде нет. Вроде она сама ползет, я не понимаю. Разведчик, и нельзя отступать. Голоса ведут ее дальше. Голос тех, кто погиб. Тех, кого она не смогла спасти. Она слышит их зов. Зов жизней, отнятых северянами. Они повсюду, с ней всегда. Ей страшно, она слишком напугана. Не, ну графика здесь очень... Так, смерть пришла Синуа. Не, ну графика здесь прям очень кинематографичная. Она слишком устала, чтобы идти. Все, уже слишком. Такой холод. Столько смертей. Я, возможно, не шарю за мифологию Фури. Дурацкая затея. Зачем мы сюда пришли, глупая? Не стоило тебе сюда приходить, дитя. Да, блять, я сюда и не приходил. У меня корабль затонул. Давайте меня просто домой отправите. Я, блядь, не против вообще. Твоим надеждам не суждено было сбыться. Проделать такой путь. Чтобы умереть среди чужаков. Ты... Зачем было возвращаться? Думала, ты от меня избавилась? И я всегда рядом. Не нужно ничего... Не желаю ничего слушать. Рассказчик. Но она думает, что остановила. Блять, а куда пизовать? Ее отец. Он задумал разум, но она не остановилась. Ее ведут вперед более могущественные силы. Совру, что... Так, хорошо. Блин. Женские крики где-то при... Человек нужно нажать? Твоей помощи, иди к ней, немедли, она умирает. Помоги им, им нужна твоя помощь. Синуа! Налево, направо, так. Ты нужна ей. Вот это? Нет, это уже все, трупак. Этому не помочь. Куда дальше? Здесь вдоль скалы, да? Да, блядь, чё краса, здесь спокойно можно пройти в ширь, ебать. Осторожно, сколько? Подскользнулся так легко, Синуа. Посмотри вниз. Не слушай его. Океан желает забрать тебя вновь. Мы его ненавидим. А он ненавидит тебя. Не слушай его. Вот. Этот символ. Что он значит? Рабовладельцы. Я на верном пути. Знаки ведут меня. И привели сюда. Она знает, что мир полон знаков, которые лишь ждут, когда их же найдут. В них есть смысл. Можно лишь распознать его. Ну, блин, графика здесь очень крутая. 3080 в рекомендационных требованиях. Это символ. Что он значит? А здесь подсказок никаких не будет. Ты знаешь, что делать. По Е нажать, сконцентрироваться. Не забывай мои истории, Синуа, друг. Я все еще рядом. Подожди, я хочу включить подсказки. Игровой процесс, сложность боя. Специальные возможности, так. Метод ввода, управление, тип. Защитные действия, хорошо, это не здесь звук. Может здесь? Мышь по вертикали, клавиатура, игровой процесс. Это режим, нет, интерфейс. Вот тут можешь. Расширенные настройки, так то у нас что, показания счетчика. Выкол, прозрачный счетчик 1F. Так, вообще не то. Размер шрифта, блять, а где?
Так, специальные возможности. Камера управления действия. Что значит упрощенный? Угу. Это вообще не то. Блять, вот реально подсказок не хватает, типа, где можно Е нажать, где нельзя Е нажимать. Или оно так и задумано? Ты выбралась из царства Хель и оказалась в Мирограде. Это человек. Прораб, следуй за ним. Теперь они убьют тебя. Убьют прямо как ту, на скале. Тебе не хватило сил помочь ей. Будь осторожна, они воительница без меча, без оружия. Она пришла с пустым рюкзаком. Ну чем поможешь? Без оружия. Он тебя убьет. Давайте захерачим его так. Стой, стой. Стой, не дай ему увидеть тебя. Осторожно. Двигайся тихо. Медленно, не спеши. Он не должен тебя заметить. Нет. Только не снова. Сделай что-нибудь. Кто-нибудь, ну а хватит, хватит стоять рядом, смотреть. А куда они, блядь, укатились? Ты позволила ему умереть. Нет, он прав. Там были выжившие. Нужно помочь другим рабам. Ты позволила ей умереть. Блядь, что-то мне так напоминает этот. Один хоррор. Блядь, где ему амнезия, вот. Где бродили по пещерам, и там такая же хуйня происходила. Помни, зачем мы пришли. Она пришла не просто так. И вот она не знает, что делать. Ты не знаешь, куда идти. Твой план рухнул. Она заблудилась. Ты заблудилась. Проработитель господин ушел. Ты думала, что сможешь остановить это? Но ты утратила свой путь. Море поглотило его. Как и все твои надежды. Ты не обязана его слушать. Теперь это слушай нас. Ты знаешь, что делать. Найди выживших. Он пытался. Ты должна помочь выжившим. Блять, ну как же мне нравится такие кинематографичная графика. Была бы она еще в полный экран, было бы вообще замечательно. Подожди, а машина и так в полный экран ставится или нет? Полный экран стоит. Дисплей один. Ты хочешь спасти их. Но они уже мертвы. Не слушай его. Слушай нас, не его. Слушай нас. Ты должна найти выход отсюда. И ты заплутала. Она должна найти выход. Разве могут заплутать от меня? Так не слушай его. Ты продвела их. Они мертвы, как и твоя мать. Замолкни. Как и всегда, сына, хватит. Блять, сколько диалогов. Они все пиздят под руку вдвоем одновременно. Сука, не успеваю читать. Неужели ты не слышишь их, Синуа? Не слышишь их и страданий? Я их слышу. Этот символ. Они страдают, но я дарую им свободу. Символ. Ты должна найти его где-то рядом. Ищи. Ищи, ты почувствуешь, когда. Вот этот символ. Какой символ, блядь, должен быть? Я уже забыл. Так, это у нас что-то, блядь, круглое с завитушечками, типа с глазиком внутри. Но это не круглое, не завитушечками и уж точно не с глазиками внутри. Здесь у нас все одинаковые символы. Значит, это не этот, я так понимаю. Все верно?
Ну или типа мне этот нужно. Либо я чего-то не понимаю. Либо я тупой, либо я тупой, одно из двух. Ты это сказал, его сосредоточься. Че, второй символ вот вижу. А что мне надо сделать, я не понимаю. Может, блять, какие-то подсказки или что? А, типа нужно как-то встать, чтобы их соединить или что? Я так понимаю, мне нужно увидеть просто символ, сосредоточившись. Типа мне нужно вот, вот, да, типа вот такого. Ты не представляешь, как глубока тьма. Да, ты справилась. Ты собрала символ. Что делаешь? Надо вернуться к ротам. За символом прячется источник тьмы. Постигни тьму. Пролей свет на тьму, Синуа. Вот зачем ты здесь. Так, давайте бежим к кораблю, короче, это так. Я должна выяснить. Я обещала. Мертвецы. Слышишь их, Синуа? Они идут за нами, Синуа. Как они задыхаются, давят, упираются. Ты не смогла их спасти. Но ты можешь спасти тех, кто выжил. Не слушай мертвецов. Блять, кто это был? Стой. Ты многих мертвецов, что здесь происходит? Видишь все эти тела, Синуа? Море выбросило их на берег, дабы показать тебе, что все кончено. Посмотри на них, Синуа. На лицо тех, кого ты подвела. Окей. Но хули они в плен-то сами сдались. Ответочку-то тоже нужно давать. Смотри. Постой. Смотри, кто-то из них. Кто-то из них выжил. Они пытались, но были ранены, слабые. Не перепуганы, но выжили. Ты можешь найти их. Ты нужна им. Нужна им. Куда они пошли? Куда бегут? А почему их не переводят? Их диалоги. Блять, что это, ебать? Куда дальше? Сюда? Ой, ебать! Работорговец фыркает, ебать. Не дай им снова схватить тебя. Да ебать. Ой, блять, как больно-то, а. Не смей. Мне кажется, после такого... Ай. Неприятно, конечно. Но нормально. Ты не заслужила такой смерти, Синуа. Ну, у нас теперь есть меч. Она сейчас будет пизделовка, да? Где-то орёт. Я слышу, падла. Ага. Подожди, а как там было кукло? Что там у нас? Уклонение на спейсбек, shift, блок, парирование, катарел. Нихуя, боевка, конечно, охуенная. Нормально. Зашибись, минус. Бой просто охуенно сделан. Мое почтение. Это существо мертво. Где-то, блядь, слышно стоны. Стоны, крики слышно, пацаны. На пацанам помочь. Давай перепрыгнем, дети. Еще одна. Да хули ты стоишь? Прыгни его ножом в спину. Блядь, сейчас бы... Блядь, типичная вуман. Ну ладно. Надо было в спину ебануть его просто. Ох, блять, вот это больно было. Нормально.
Хорошо, минус еще один. Живем. Она должна выжить. Ты должна. Ты обязана выжить. Крики и вопли. Ты ведь обещала. Надо бежать на помощь. Куда нам бежать-то только? Я так понимаю, куда-то туда. Это кто? Это раб? Ты потеряла еще одного, как ты могла? Может, опор заберем? Ты во всем виновата. Все, что ты касаешься, умирает. Ты проклята. Ты принесла свою тьму, свою гниль. Зачем ты принесла свое проклятие? Да. Ты сможешь, да. Ебать, назад, уклонение. Нормально. Ебашим. Тихо, уклонение. Нормально. Парируем. Хорошо. Минус. Отлично. Вообще замечательно. Просто супер, просто бомбезно. Давайте, кому-то нужна твоя помощь. Послушай, тебя зовут. Проснись. Тут дверь. Лодка. Иди к лодке, скорее к лодке. Какой лодке, блядь? Сюда, сюда. Бля. А, есть кто-то стучит? Блядь, я думал, тут дверь. Взаимодействие. Я думал, она, блядь, сейчас лодку перевернет уже. И что? Надо платить самому? Что это, блядь, за ведьминский смех? И что дальше? Куда дальше? Ты думала, она настоящая правда? Не понимаешь? Она не понимает. Не может идти настоящая? Жалко. Ничтожество, глупо. А, мы типа голос мертвых слышали? Она думала, что она все мертвецы. Никого больше спасти. Слишком поздно ты ушла. Ты могла их спасти. Но не стала. А что, блядь, делать-то? А, блядь, заим... Ебать, я думал, как... Сука. И, блядь, нет никаких подсказок, что мне нужно дальше ползти. Тяжелый случай. Может, это со временем добавят? Игла вышла только недавно. Бля, вот честно, не понимаю, куда нужно с чем-то взаимодействовать. Когда концентрироваться, без подсказок довольно трудно в эту игру играть. Особенно, когда вот так катсцены от самой игры не отличаются. Голос Синуа. Ты могла нас спасти. За что ты бросила меня? Просто почему позволила притащить меня сюда? Я вам что, ебать, герой-спаситель или что? Ты сломлена. Притащить сюда. Я вас, блядь, толком сюда и не вез, если честно. Так, опять. Я думал, опять касцена, надо ползти. Обвиняющие голоса. Так, зачем его толкать? Можно, по-моему, было проще по нему проползти. И нахуя мы вообще сюда заползли? Нормально. Знаешь, ну а как это, каково это тонуть? Это настоящая вода или нет? Не дыши. Ловишь воздух ртом, но вокруг только вода. В голове, в груди, везде. Жгучая, разрывающая боль. Ты кто, блядь? Здесь нет покоя. Ебать, ведьма где-то смеется, надо захуярить. Смерть идет за тобой по пятам, Синуа. Ну
Смерть идет. Нужно было подойти. Почему так поздно? Заплутала среди скал. Ну, блять, по-моему, надо было быть к этому готовы. Блять, иди нахуй. Ты чё, дурак, что ли? Ну, блять, не то. Парируем. Получаем по ебалу нормально. Нас пиздят. Что надо делать? Что жать? Нормально. Пиздим сразу. Сука, что надо жать? Я не понимаю просто. Еще раз. Хорошо, отходим. Парируем. Ногу не парируем. И это тоже не парируем. От этого надо было уклониться. И это не парируем. А это уже парируем. А это не парируем. Что-то он ебать какой... Понял. Встаем. Какой-то он ебать жесткий слишком, мне тебе не кажется? Да, ты охуел, снук. Ноги, сука, пробивать. На, мразь. Хорошо. Ебать, дядя, ты кто? Еще один. Да ебать, как понимать, когда тяжелая атака, когда не тяжел. Когда. Это что? Это тяжелая атака. Хорошо, до этого, значит, все было не тяжелая атака. Сука. Пиздил, пока он не встал. От уклонения, хорошо. Вот давай. Хопана. Еще. Блять. Хорошо. Нормально, парируем. Опана, контре. Опана, заебись. Хорошо. Добивание красивое. Давайте третьего мне несите сюда. Ебать. Блять, такое озвучку надо было добавлять в Outlast. Это просто охуенно сделано, когда со всех сторон говорят. Но, блять, здесь как-то ты не боишься, что ли, кого-то. Не боишься отпиздить их. Ты дурак. Ну что ты делаешь? Ты хочешь, чтобы я тебя спас или убил? Да заряди ты ему ногом. Ногой. Зарядить ты ему ногой по лицу. Там челика тащили, ему надо помочь. Ну что, в царстве мертвых опять? Уу, ебать, какая-то просадочка. Что-то подгружается. Ты рабыня, иди сюда. Рабовладелец, ты рабыня, он еще жив. Ебать, какая просадочка. Не убивай его, но думаешь, вместе поможет, девочка? Он готов, готов сразиться с тобой. Ты готова, покончи с этим. Ебать, конечно, на 30-70 ловить такие просадки. Нормально. Все, просадки закончились. Нихуя себе. Но еще рано. Опа, на. О, блять, ульта. Что это нахуй за ярость какая-то была? Ты охуел? Опа, на. Ебать. Рано встать. Уклон. Давайте. Парируем. Хорошо. Давай. Да уклон. Я же уклонился. Что думала, на этом все? Да. Иди. Че, блять, он со мной играется. Давай. Хопана. Хопана. Пизди. По лицу. Парируем. Красиво. Отпрыгаем. На. На. Блять.
Давай. Живьем ты меня сильнее. Да блять, как он достал? Парируем, нормально. По лицу. Тяжелая атака. Уклонился, тоже уклоняемся. Парируем. Еще парируем, нормально. Чапала, тяжелая атака. Нет, отступ. Лежи. Нет. Значит, продолжаем. Ну-ка, по лицу бей. Глаз. Парни ему глаз. Хорошо, не успели уклониться. Уклоняемся. Парируем. Нормально. Бить сразу. Два удара, давай тяжело. Ладно, тяжелый. Тяжелый не варик бить. Идеально, наверное. Блять, хуёво. Моя очередь. Ага, пропустил. Ебать, почему тебе не сдаться? Нихуя он, конечно, с руки пробивает мощно. Давай. Запарировали, отлично. Хорошо. Бьем просто легкими атаками по Шурику. Он нас запарировал. Он забрал у нас меч. Он дал нам по лицу. Все хуево. Бери камень. Ничего, трусить. Сражаться должна. Он думает, ты слабая. Ты что делаешь? Двигайся только вперед, побыстрее. Уеби камнем его, пожалуйста. Будь готова сражаться. Хватай. Блять, ударь его. А, подожди, мы, что мы выхватили у него? Мы выхватили топор. Сюна, ты топор включит. Если ты умрешь, остальные обречены. Хуярь мечом. Камнем хуярь. Да какой кулаком? Камнем хуярь. Настоящее чудовище. Давай, во! Дай пи... Хуярь. Ты не можешь. Не сможешь убить его. Остановись. Смотри. Тьма. Если собираешься меня убить, немедли. Она владела всем. Но он тебе не нужен. Он должен тебе показать. Он знает все. Он знает этот остров. Нет. Он покажет тебе путь. Ты отведешь меня туда, куда мне нужно. Да. Да, она возьмет тебя и все покажет. Должен. Он тебе поможет. Он доставит тебя туда, куда нужно. Куда? Ты справишься. Откуда ты пришел? Куда ты уводишь рабов? Я не могу и шагу ступить. Как прикажешь, куда ты тебя вести? Забудь о его боли. Заставь его идти. Ты пойдешь. Он должен спасти их. Другого пути нет. За этим ты пришла. Я не уйду, пока не получу того, зачем пришла. Ты обещала. Она обещала. Вы обещали. Я дала обещание. Кровавый посох. Падение в море души. Чересчур знакомая тьма. Бесконечная ночь. Он следующий знак. Ебать, что происходит? Здрасте, ёпты. Он помнит, каково это. Ты видишь? Гниль распространяется. Помнишь? Она знает, что такое страдание. Знакомое чувство. Разум, отравленный страхом. Гниль. Покрывает его и скоро полностью покроет. Ты видишь, Синуа? А она все видит. Видишь эту тьму? Она знает. Она чувствует. Лицо полный страха и мучений. Страх.
Ты видишь их. О, знак. Знак работорговца. Что это за знак? Надо поднять. Нужно знать. Отвечай. Это знак моего отца. Его отец. Твоего отца? Годи. Он здесь? Посмотри на него. Нет. На месте его местный народ слаб. Они бы не выжили без его помощи. Как и ты. Хватит. Злостная баба, конечно. Не отпускай с его глаз. О! Новое знамение. Нашивочка. Заебись, конечно, охуенно. Бля, жалко, игра не во весь экран. Вот так охуенно просто. На этом, пожалуйста, закончим этот выпуск и продолжим в следующем.